Друзья, всем привет! Слим Толев, Фэт Тони. А у нас сегодня в работе как-то так получается, и в последнее время складывается, что два абсолютно одинаковых TRX. TRX слева, TRX справа. В общем-то, перечень задач на них абсолютно идентичен. В первую очередь, это доработка освещения. Устанавливаем балку Rigid Adapt в 40-дюймовом размере на наш фирменный выдвижной механизм. Также доработаем и установим дополнительное рабочее освещение и установим многофункциональный свет от компании Rigid под названием и серии Chase. Немного затронем комфорта внутри салонного пространства и установим систему Ambient Air. Это система, которая позволяет разбавлять ароматами салон, пространство вашего автомобиля. Клевая тема, отработана, установлена в различные типы автомобиля. Пользовательский опыт подсказывает то, что это с удовольствием можно рекомендовать и вам. В кузовке автомобиля мы установим дополнительное освещение. Ну и, в общем-то, пока в этот заезд этим ограничимся. Дополнительно лишь отмечу, что обоим гостям предложен наш фирменный шиномонтаж, и они с радостью на него согласились. Объективно, для этих автомобилей это просто панацея, необходимость, особенно с учетом использованной резины. Произведем, и все это в комплексе станет значительным улучшением функционала данных автомобилей. Погнали к установке. Ram TRX – автомобиль, который с завода оснащен достаточно агрессивной резиной, которая ездит как по асфальту, так и по бездорожью. 2 года назад к нам обратился наш постоянный клиент. Он купил TRX и обнаружил проблему. На скорости больше 100 км в час идут вибрации в руль. Он начал ездить по шиномонтажам, результатов не было. Но однажды он зашел на американский форум по Ram'ам, по TRX в частности, и там представитель компании Chrysler рассказали историю. Мы признаем эту проблему, и для того, чтобы ее устранить, вам нужно поехать на оборудование Hunter с технологией Road Force. Так сложилось, что в 2022 году мы купили такое оборудование, 2 станка Hunter. Один Road Force, как раз таки вибростенд, и один шиномонтажный станок Hunter Revolution. Это оборудование позволяет бережно разобрать, бережно собрать колесо, а вибростенд позволяет удалить все силовые неоднородности покрышки. К слову, это оборудование подходит не только для агрессивной АТ-шной, МТ-шной резины, но также и для быстрых автомобилей. Просто один раз попробуйте, и в другие шиномонтажи вы больше не поедете. Закончили работать с Ram TRX, пришлось попотеть, колеса большие, но результат был достигнут. Всего одно колесо в желтой зоне, но в целом это тоже
очень хороший показатель. Для этого данного автомобиля это очень хороший результат. Биение в руль не будет. Автомобиль у нас Ram TRX, в него мы устанавливаем систему аэрации и озонации. Как это все выглядит и куда это ставится? Соответственно, у нас есть перчаточный ящик, который располагается над бардачком. Вот так вот это все красиво устанавливается, удобно менять в системе аэрации ароматы, соответственно, подача осуществляется с помощью непосредственно вот этого устройства испарителя и также компрессора. Компрессор у нас ставится внутрь торпеды. Вот здесь у него удобное место, соответственно, удобно будет в случае чего до него добраться. У него скрытый монтаж, доступа к нему никакого не нужно. Это непосредственно система аэрации, также у нас ставится комплект озонации. Ставится он в корпус отопителя и выглядит примерно вот так вот. Так что все это будет скрытый монтаж, видно будет только непосредственно корпус аэратора. На второй из близнецов также были изготовлены кованые диски. Наша задача, как всегда, грамотно, бережно и аккуратно собрать колеса, чтобы агрессивные АТ-шные шины не передавали вибрации на руль. Для этого мы используем топовое оборудование Hunter Road Force, на котором можно идеально отбалансировать шины типа АТ и МТ. Очередной Ram TRX. По идее, в кадре их должно было оказаться два. Но тайминг немного разошелся, потому что второй TRX остается у нас на доработку, на пересборку дверных обшивок. Расскажу о данном, который мы уже подготовили к выдаче. Установили по ходу движения привезенный гостем Rigid Adapt в типоразмере 40 дюймов, стандартный стабильно работающий набор, который обеспечивает как и выдвижение механизма, так и абсолютно непревзойденные освещения. Rigid Adapt – это топовая линейка американского света, которая обеспечивает работу практически во всех условиях режимах видимости. Включает в себя возможность дальнего, ближнего, габаритного освещения и адаптивный свет, адаптирующийся относительно скорости движения автомобиля. Против хода движения установлено рабочее освещение, реализовано также на компонентах Rigid 9 мощнейших светодиодов, обеспечивающие удобство работы за автомобилем. 9 мощнейших светодиодов – абсолютно достаточное количество для правильной стабильной освещенности. Дополнительно сверху смонтированы крышки, предусмотрена быстросъемность данного оборудования. Все то, что поможет при необходимости снять и удалить компоненты с рамбара. Дополнительно на рамбаре против хода движения установлен Rigid Chase. Это многофункциональные лампы. В данном случае их функционал – это габариты, стоп-сигнал и поворотники. В салоне автомобиля установлена система аэрации и ароматизации салона автомобиля Ambient Air. Классная штука, проверенная надежность и очень эффективная работа. Дополнительно произведен комплексный шиномонтаж с адаптацией резины. Диски, поставленные нашим гостем, заказаны в компании Power Wheels, наших партнеров. Собственно, эти же диски по данной же стоимости вы можете заказать напрямую и через нас. Никак не повлияет на стоимость. Стоимость для вас будет абсолютно равная при любых условиях заказа. В багажном отделении смонтировано дополнительное освещение, отработанная история, которая позволяет нормально различать предметы, уложенные в кузовке автомобиля, вне зависимости от условий освещенности. Классно работает, круто выглядит. Обращайтесь, сделаем и вам.
Итак, за моей спиной TRX номер 2, TRX номер 2, который точь-в-точь похож на TRX номер 1. Но TRX номер 1 мы уже выдали. Это два автомобиля с абсолютно аналогичным комплексом работ. К данному автомобилю лишь добавился окрас суппортов, потому что чуть-чуть не попал кто-то в цвет. И, к сожалению, мы были вынуждены пересобрать все дверные обшивки, исправить косяки сборщиков относительно призвуков рулевого колеса при кручении и пересобрать бардачок. Такое бывает, как правило, вследствие некачественной сборки. Мы такие проблемы решаем, но, конечно же, это немного затягивает процесс. Перед вами на экранах 4 ролика, расположено в углах. Показать могу, к сожалению, только 2, но они там определенно есть. В них мы рассказываем вам о других направлениях деятельности нашей компании. Наверняка захотите воплотить что-то из представленного вместе с нами в самом крутом в мире тюнинг-ателье Fettoni.